Всем привет, друзья! С вами Бананчик, я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю выживать в игре Last Day Survival. Сегодня мы чем займемся? Ну, так, пофармим дерево, камня, железо. И также сходим еще. Кстати, ребят, я был на первое задание, ходил, в первом видео вы увидели. Колесо добыл у чувачка. Так, плавильня. Ага, плавильня 6-го левела. Кстати, ребят, у меня тут маленький диффуз произошел. Ну, как маленький, совсем маленький. Мне пришлось немножко переиграть. На том аккаунте я никак не мог сохраниться. Вообще не мог сохраниться. Тут только вот эти дома поменяли имена и все. А все остальное также и осталось. Видите? Гоблин какой-то появился за место кого-то там другого, не помню. Кого? Вот. Так что, ребят, я буду продолжать. Сегодня мы сходим на локацию зеленый камень, оранжевый камень. На красный я пока суваться не буду. И также дерево зеленый и оранжевый. Ну и еще сходим, откроем вот эту вышку. Если мы откроем, правда, я не помню, что там нужно. Но мы прогуляемся туда. Ой-ой-ой, а я полный. Блин, я забыл разгрузить свой инвентарь. Да, кстати, у нас еще задание тут валяется. Надо задание еще взять и рекламку посмотреть. Видите, у меня тогда было радио сделано, а я сейчас по-новому его делаю. Так, давайте я сейчас все это скину, все по этим верстакам. Так, что у нас в руке? Нож. И вот это все есть. Мне бы сделать кирочку. Да, топорик. Сейчас топорик с кирочкой сделаем. Так, раз. И два. Хорошо. Все остальное мы скидываем. Да не это, а вот это. Почему-то не то скинулось. Вода. Блин, чувак, ты надоел. Давай только сейчас здесь мы не будем надоедать мне. Или взять... Давайте я возьму лучше бинтики с собой. На всякий пожарный. Так, кирочка, кирочка... Ой, кирочка, топорик. И бинтики. Олени. Сейчас я тебя скрытно убью. Все. Я убил его скрытно. Так. Лекарь. Да, ребят, давайте я заберу это. Что у нас есть тут там? Странные ягоды. Слово на компас указывает на севере. Ой, да, на север. Вы чувствуете, где можно найти интересующие вас вещи. Шанс найти оружие увеличен на 5%. Мутный отвар. Иногда кажется, будто детали сами бегут к вам. Шанс найти детали для транспорта увеличен на 5%. Но я, наверное, лучше вот это. Полученный опыт увеличен на 100. Вот это я хочу. Так, ребята, получаемый опыт у меня увеличился на 100%. Только на часик. Чё тебе, друг, надо? Передать. Будь осторожен, зомби приближаются. Спасибо, конечно. Оу. Черт. Не-не-не-не-не-не, не трогайте его, не трогай, не трогай, не трогай, не-не-не-не. Давай со мной дерись, со мной. Я вырубаю вас. Что за пролаг был? Давай, 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 вырубай, вырубай их, вырубай. Блин, там еще один подходит, подходит. Не-не-не-не. Козел, отвали от моего друга. Нет! Блин, ребят, я, наверное, не пройду все-таки эту тему. Хотя... Я уверен, что ты еще... А, что это еще не конец. В смысле? Ребята, он умер, что ли? Чувак, ну вставай. Он встает, встает, встает. Блин, я напугался. Спасибо за помощь, я твой должник. Конечно, а ты куда пошел? Эй. Эй, должник, ты куда пошел? Остановись.
Чё? Это что за волшебный мужик? Я сквозь него не могу пройти. А он сквозь меня... Ладно, короче, иди куда шел, неважно. Ребят, я так и не понял, что за миссия такая маленькая была. Спасение на моей карте. Странненько. Так, отправляемся в первую локацию. Это, наверное, локация, пускай будет дерево. Как раз нам нужно дерево авто, требуется 10 левел. Вау. Вау, я даже не знал, бежать. Да, тут энергию только увеличили. Когда я играл, было 100. А теперь энергия 200. Это что-то получше, чем 100. Все, я прибыл, короче. Добываем. Ребят, также вам заранее скажу. Если вам не нравится то, что я фармлю, да, перемотайте там, где будет поинтересней. Просто фарм. Кому-то не нравится, кому-то нравится. А чё? Мне, ну, вот, например, мне нравится, вот, когда я фармлю. Ну, потому что это я, наверное, играю, да? А вам не нравится то, что я играю? Ну, ладно, неважно. Я весь запутался. Так, а чё тут? Ой, волк. В смысле? Мне нечем драться. Так, взять все, сложить все. Нет, мне не надо складывать, мне надо взять все. Так, давайте вот так вот. Тогда хотя бы поставим эту пал. Не понял. А, я... Понятно. Я ее разблокировал, но не это, не скрафтил. Давайте хотя бы с палкой будем бегать. Здесь мы возьмем деревья все. Ну, если влезут, конечно, правда. И возьмем то, что есть в этих сундуках. Это что за трупак? А, это бункер Альфа. 5 цифр. Так, собираем. Давайте я сначала лучше убью всех, кто здесь есть, из зомбаков. Блин, бегун. Надо было спотишка. Давай, лупи ты его уже, вырубай. А ягодки собираем, чтобы пожать. Хотя... Ё-моё, почему не вовремя ты присел-то? Я не на ту кнопку присесть нажал. Врубайся, давай. Веревочка? Ну, давай возьмем веревочку эту. Да почему он садится? Он не вовремя садится? Или он что, воняет уже? Да, по-моему, нет такой. Давайте за километр тогда будем присаживаться. Врубай его. Есть. Здесь можно хоть уровень поднять будет. Так, кто из них бегун? Никто. Значит, вырубаем первого. Теперь второго. А вот там сундук. Он был открыт у меня, нет? Он был не открыт. Все, забираем. Вот там еще один сверху есть. Отличненько. Также прокачаем мы уровень. Блин. Ну, хотя так можно скласть. Так, что бы мне отсюда выкинуть? Хотя нечего мне выкидывать. А, я тут был уже. Ясно. Так, это кто такой? Какая у тебя дубинка? Подари мне дубинку, чувак. Блин, ну вот... Вот только вот этого мне не хватает. Ну вот вы посмотрите, что они делают, а? Сначала один дерется, потом прибегает еще один, и у меня... У меня не хватает аптечки. Так, мне нужна аптечка. Авто. Нажимаем авто, короче. Куда пошел, чучело? Да какого хера ты делаешь-то? Убивай этого! Ёб твою мать, ты дебил, что ли, или чё? Давай! Японский дрищ! Зомби тупорылый! Какого черта ко мне причепился? Еще этот пингвин в красных трусах не того мочить начал. Ё-моё, еще и за карту вышел. Все, ребят, я прогрузился обратно в игре. Из-за тупорылого зомби, блин, я потерял чувака, в котором могло бы быть все, что угодно. А теперь у меня вообще ничего не осталось. Чё ты делаешь-то, придурок? Вы, наверное, смотрели этот фильм «Воронины», когда Костя
в красных труселях танцевал. Вот этот, наверное, тоже Костя. Только немножко темного цвета. Да иди ты лесом, давай-то руби дрова уже. Или поставить на авто. Давайте на авто поставлю, пускай он там рубит, добывает, да. Так, собирает ресурсы. Сейчас я посмотрю, что у меня с инвентарем. А у нас в инвентаре какая-то полная какавони. Ясно. Так, это мы едим. Дерево собирается. А кого убили-то? Зомби, что ли, опять убили? Ну ладно, хорошо, что у меня еще это есть. Давайте, а можно так, да, прокачивать? Обжора. Да, обжора. Еда восстанавливает на 2% больше, жажда наступает на 2% меньше. Давайте вот это возьмем. А у вас есть 2 шанса получить более редкую добычу при обыске сундуков на локациях. Давай. Угу, обжора, блин, это надоело. Голод наступает на 2%. Так, вы путешествуете по карте на 3% меньше. Отдых на своей базе, вы восстанавливаете здоровье в течение 10 минут. Вы получаете 5% опыта больше. Так, давайте вот это лучше будет. Так, вот это еще далеко нам до этого. До этого тоже вы получаете на 10% больше опыта. Вот это мы делаем. Аккуратность. Вы издаете на 1% меньше шума при ломне стен, мебели и чужой базы. А, она на чужой базе. Ну, блин, а вот тут вообще не знаю. Ну, давайте эту еду тогда возьмем. А что ты встал? И? А, места нету. Вот это выкинь нафиг. Шуруй добывай, мне дерево нужно, ты чё? Чё, инструмент сломался? Ну не все, слава богу, да, ребят? Вообще. Во, я печку могу сделать. Все, крафт печки есть. Ну, плавильная печка, какая разница. Вот эту штукенцию тоже мне надо сделать. Так, верстачок, да. Я не сделал верстак. В этой игре, ребята, не надо ждать, когда вы уровень большой сделаете, а можно сразу поставить будет 2 этого стола. Вот этих 2, плотницкий стол, 2 штуки сразу можно поставить. Вот. Так. А это у нас 10 левел. Чувак, ты так медленно все копаешь. О, еще левел получил. Хо-хо-хо. А я какой получил? Не знаю. О! Вы умеете ловить рыбу и знаете, как сделать удочку. Угу. А тут максимум вы получаете на 15% больше опыта. Блин, ребят, что мне выбрать? Так, подождите, у меня там что? Ай, да он и сам неплохо справляется, он ништяк. А это что такое? Подожди-ка. Вау. А подожди, вот это мой инвентарь, да? Это чужой. Ничего себе. Ха, клёво. Так, штаны. Ой, а что, я с голой попой бегаю? Совсем отлично. Я с голой попой бегал. Так, ну, блин, я тут только топорик поменяю, хороший. И дубинку. Дубинку я бы взял, конечно. Но я не знаю, на что мне поменять. Так, давайте я скушаю еду тогда. Дубинку надо брать, потому что у нас пока из оружия вообще нет ничего. Собирай тогда кустарники. А, подожди, чувак, подожди. Тут же у собак есть кожа и мясо. Блин, мясо-то ладно, а кожа. Так, давайте так тогда. А что делать? Все, шуруй дальше работать тогда, я пока новый уровень тебе. Блин, тут, ребята, вот это на максимум способ. Ой, способный ученик. Вы получаете на 15% больше опыта. Добыть-то это до этого далеко еще. Вы умеете ловить рыбу. Давайте, ребята, лучше ловить рыбу выберем. Это может потом как-то получится, попадется. Так, я умею делать удочку. Я умею делать ее или... Это просто... 52 уровень. Ну, это, наверное, шутка, да, была. О, улучшенная плавильня.
Сам давай ты справляйся. Короче, 51 уровень. До 51 мне еще, как бы по-русски это сказать, какать и какать. Или вкакивать и вкакивать, короче. Неважно. Так, ну у нас, ребят, что я скажу? Я ничего отсюда не могу выкинуть, только если болтики. И то болтики, по-моему, в будущем там нужны будут. Ай, давайте я выкину их. Мне дерево в основном нужно. Давай, ковыряй быстрее это дерево. С кем ты там дрался? Ну-ка, покажи. С волком. Давай, заберем все, что в нем есть. Шуруй дальше фарми. Ну, тут немного, ребят, осталось. Также мы пройдем локацию камня. На быстрой скорости, конечно, я ее пройду. Посмотрим все, что там я добуду. Я покажу, как раз все покажу. О, там кто-то стоит. А в смысле? Ничего себе тут дерево. А мне показалось, что он уже весь этот, всю территорию очистил уже. По 21 хп. Ну, давай, 9 левел. Молодец, солнышко, 9 левел. Отдых на своей базе. Так, это я знаю. Жажда. И справляюсь с оглушением на 10% быстрее. Ого. Давай лучше вот это возьмем. Так, мой инвентарь полон. В смысле полон? А, да. У меня уже тут все за... Блин, так много дерева вообще. Ой, я знаю, что сделать. Да. Шуруй, добывай дальше. Точно. Я ж дубинку лучше поставлю, а ту корягу я выкину. Так я хоть на стак больше сделаю деревьев. Вот там есть зомбак на карте. А, это волк. О, ничего себе. С двух ударов нет волка. Тихо. Вот это давай заберем и шуруй дальше, добывай, конечно. Опять инструмент сломался. Ё-моё, как быстро все летит. Ваш инвентарь полон. Подожди, чувак, в смысле полон? Да заколебал ты эти ягоды собирать. Прекращай уже, а. Не собирай эти яблоки. Тьфу, ягоды. Шуруй за деревом. Ребята, мне попался еще один чувак, но мой чувак куда-то бежит. Я не понимаю, ты куда бежишь-то там сзади этот? Остановись. Давай. Лупи его. Лупи. Догоняй. 4 хп. Давай. Молодец, чувак. Подожди, да куда? Чё ты убегаешь от него? Блин, правда, он его раздел, но зато он все сломал. Вот так вот. Иди к черту, чувак. Хоть одного, но я убью. А подождите, а я чё? А в смысле я волков не забираю? А тут кирка. А, все, понял. Сори, я думал, я этих волков не забирал. Оказывается, там кирочка валяется. Такие трупаки по всей везде по карте валяются. Так, ну тут только два ящика. А ты что, камни еще собираешь? А на камне есть место? Ой, точно есть. А, правильно, я же топор сделал. Все. Ребят, инвентарь полон. Карта пуста, кроме животных. Надо было животных, конечно, добить. Ну ладно, не буду я мучиться из них. Пошлите обратно домой. Разгрузимся и пойдем на каменистую гору. У нас событие. На горизонте видится дым от костра. Нужно спешить, пока выжившие не свернули лагерь. Но я туда не смогу добраться, потому что у меня... Отвали. У меня нет мотоцикла. Да, необходим транспорт. Ну вот там зато бензин, оружие. Много чего можно добыть. И у нас что-то рыбалка появилась. Ух ты, рыбное место. А толку-то я туда пойду? У меня удочки-то нету, а до удочки-то мне еще до 52 левела, какой-ой. Все, я дома, короче, забрали шкурку. Так, знаете, что я хотел бы сделать себе? Сложить все. Сейчас в основном будет у нас крафт. Давайте вот эту штуку отсюда снимем пока временно. Даже не снимем, просто перетащим ее вот сюда, пускай она здесь, чтобы не мешалась. А сейчас мы скрафтим душ. Тряпка, железо и доски. Тряпка, железо и доски. Так, тряпка. А железо, доски у меня есть? Ну, доски-то есть, да. Не доски, а бревна. А, и железо есть. Как хорошо-то. Yes.
также я хочу вот эту штукенцию сделать. Мне нужен металлолом. Блин, почему здесь сразу нету крафта? Так, и плавильня. Мне нужно 10 камня. Окей. Давайте крафтим еще плавильню сразу. Выполняем задание. Окей. Так, это все скидываем. А это... А, места нет. А это поставим сейчас мы дома. Так, плавильня. Я могу тебя сюда пока вставить. Тиби. А тебя-то куда поставить? Давайте сюда его пока временно поставим. Я потом ограждение везде сделаю. Так, а мыться здесь, чтобы от нас не воняло ничем. Так, бутылочки, 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 чекушечки. Есть чекушки? Да, есть чекушки. Пошлите, помоемся. Ой, тихо, тихо, тихо. Мимо прошел. Сейчас помоемся. Всего помылись. Так, ладно. Я в смысле сбился. Во, мясо. Ребят, кстати, помните, я получил, по-моему, собачку. Мальчика у него синий был, да? А вот эта девочка. Вот эта девочка, вот эта. У нее было красный ошейник. Это девочка. Так, мне нужны штаны. Эти мясо тоже 10 минут. Ёпрст, я что так долго? Задание. Давайте пройдемся. Да ё-мо, не туда. Давайте пройдемся еще по заданию. Посмотрим, что у нас там еще есть. А, так, убить 8 зомби. И добраться до соснового бора. Бора. Ай, без разницы, короче, как будет звучать это слово. 21. Практически сутки. Будем ждать. Так, ну давайте сейчас сосновый бор. Все, поехали тогда на сосновый бор. Это, наверное, оранжевая локация, скорее всего. Так, карта у меня открылась. Сосновый бор. Не понял. Требуется 10 уровень. Да ладно, и тут такую же штукенцию ввели. Ну ладно, пошлите тогда, ребята, каменные холмы. Бежать 15 секунд. А интересно, а вот до сюда. Ну-ка, сейчас он прибежит. Давай, беги быстрее. Ты шевели панталонами, чувак. Так. А, 10 уровень. Ну, пипец. Вот это да. Блин. Ну, ладно. Ничего страшного, как бы. Я не знаю, было такое или не было. Или я просто не замечал никогда, что с 10 уровня теперь. А на красную локацию тогда с какого уровня? Так, ладно. Давайте тогда здесь камень будем добывать. А нафиг мне тогда топор? Не знаю, зачем я топор себе взял. Так, вырубаем потихонечку. Там волк стоит. Блин, это чё? Давай не лезь ко мне, чучело мохнатое. Все равно я всех повырубаю. Сейчас тихонечко повырубаю, чтобы меня не покусали. Это зомбик. Ага. А здесь... Бегун. Тогда на бегуна будем налазить. Так. Как они аккуратненько разлеглись. Хо-хо! О, молодец. Без башки интересно ложится. Так, волчок, иди сюда. Хоп. Минус, минус. Отлично. Ты кто такой? Давай, до свидания. Попрощался? Следующий. Кричит заведующий. Иди сюда, чувак. На-на. Нихера себе башка отлетела. А у тебя что изо рта так торчит? Башка так. Неплохо. Так, где тут что еще есть? Ага. Иди сюда. Зомбак. Ну тут это простые. Вот так вот. Плюс еще уровень. Сейчас, ребят, я всех зомбиков убью. Так, это зомби-волк. Зомби-волк. Кого лучше убить? Давайте волка. Вот так вот. Заодно и шкуру с мясом заберем. Так, где еще? Кто есть тут еще? Давай, идите сюда. Зомбак. Голова с плеч. Хлоп. Ай, не, нифига. Косячок. Так, кто тут у нас? Бегун.
Не, зомбак, а что-то бегун. Одного бегуна я только встретил здесь. Бах. Клюнул головой. В землю. Так. Один сундук. Я что-то не посмотрел, сколько сундуков. А камня-то здесь. Японский бог. У меня инвентаря, наверное, столько места не будет, сколько здесь этого. А тут что у тебя? Тоже веревочка. Давай заберем веревочку. Два сундука. Тихо, тихо. На нафиг. Здесь-то я вас поубиваю, потому что мне нужно мясо, особенно шкура. Давай, что ты? Я, главное, нажимаю на удар, но он как будто игнорирует его. Так, где этот олень? Давайте сейчас еще одного оленя, а я... Кук! И все. Ну все тогда, что, пускай он тогда фармится. Вот ягоды, наверное, не стоит ему брать. Нафиг, не нужны эти ягоды. Так. Навык. Да, давайте наберем. Так, это... Вы сдаете на 1% меньше. Вы... Так. О! Вот это давай, вот это, вот это. Окей, хорошо. Едим. Ой, чуть от голода не скис. О, уровень повысили, точно. Я только сейчас заметил. В смысле, это кто был? Неважно. Давайте этого разблокируем. Можно будет бинты себе крафтить. Также мы разблокируем вот этот вольер. Блин, вот лук. Ой. Да ладно, я дерусь с чуваком. Молодец, молодец, бананчик, ты просто супер. Только что мы тут получили. Кирку мы здесь получили. Так, железо мы тоже заберем, пускай оно будет. Дерево, ну... Нет, дерево мне нафиг не нужно. Пускай собирают камни. Сейчас мне, по крайней мере, мне нужны сейчас камни. Так, кого ты здесь убил? Волка. Забери-ка у него тушку и все остальное. И топаешь фармить дальше. Все, ребят, я поперся домой, потому что меня чуть там не убили. Я чуть не откис все-таки. Событие. Из леса доносится собачий лай. Стоит проверить, что там происходит. Вау, вот это да, вот тут, ребята, много чего интересного есть. Тут, наверное, надо этот человечка до лагеря довести, и нам дадут еще плюс две собачки. Побежали, я скину все свое... То, что у меня есть. Так, навык давайте поднимем заодно. Вы на 5%. Лучше сопротивляйтесь замедляющими поверхностями. А вы контролируете эту удочку. Но это не надо. Блин, вот что выбирать? Вот что вот здесь выбирать? Я не понимаю. До этого мне еще далеко. 52 уровень. Здесь? Ну это что? Это бункер альфа только. Где еще есть? Я даже не знаю, где еще есть. Блин, я не знаю, короче, ребят, что мне здесь выбирать. Давайте я удочку тогда возьму. Или вот эту, пускай это будет. Пофиг. Так, поехали, сейчас я все скину. Вот, я уже дома. Так, давайте все сложить. Конечно, все сложить. Это надо слопать. Это тоже все слопать. Угу. Сложим. Давай, ложись. Так. Вот это надо не складывать, вот эта вещь. Это складываем. Блин, у меня сейчас не будет места уже скоро. Так, вот это я заберу, потому что мне нужно вялить мясо. Во. Применить. Она быстрее мне восстанавливает мое ХП. Давайте мы наденем вот это. Возьмем дубинку. Дубинка с шипами, кстати. Смотрите, какая вообще восхитительная дубина у меня. Так, что, у меня больше ничего нету? А вот тапочки еще есть. Ну, с голой попой это тоже хорошо бегать. Дайте, наверное, бутылку воды выпьем тогда одну. Оп. Ага. Да блин, да ты чё? Ну потерпи, на улицу выйдем сейчас тихонечко. Давай, давай, сияй, сейчас обмочу штаны. Да у тебя... Кроме трусов красных ничего нету. Ладно, давай отвернемся. Отлей. Ой ты, господи, боже мой. Стюля ты, стюля. Банан писает. Банан в красных трусах бегает. Ну это вообще жесть. Так, одна бутылка уже готова.
Куда мы собрались? А, да. Я забыл, куда собрались. Сейчас пойдем, ребята, тогда делать достижение. Надо было еще что-то взять с собой. Мне так кажется, что мне одной этой дубинки мало будет. Блин, мне, ребята, еще одно событие вылетело. Событие: со стороны леса доносится страшный шум. Возможно, это выжившие или кто-то еще. Наверное, это где-то вот здесь. Блин, это очень далеко. В смысле? Ну, это далеко, ребят. Сейчас я пойду выполнять это задание. Да, сегодня нам нужно еще будет попробовать открыть вот это место. Но, ребят, я, наверное, скорее всего, это все-таки оставлю на следующий раз, потому что, ну, не получается сегодня. Сегодня задания, вон, идут и идут задания. Туда я, наверное, уже не успею, да туда мне нужен железный топор, а мне до железного топора так еще как, не знаю, сколько, 14 левел, а у нас 12, 11. Угу. Мой друг пропал, пожалуйста, найди его, пес поможет. В смысле? Ну ладно, давай сейчас поможем. А у тебя что, стрела торчит? А, это лук. Блин, я думал, стрела торчит у нее. Ну, поехали. Сейчас тихонечко повырубаем тогда. Блин, дубинка, конечно, очень отличная. Давай тихонечко. Шабака, ты хватит там мстить. Пошли давай. То ищем друга, она ходит там мститься. Но... Так, окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, отдыхай. Блин, я помню, что я проходил эту карту. Ну, как бы не карту, а квест. Но сейчас забываю, что здесь есть... А, кстати, здесь есть, по-моему, вот в таких каменистых вот это... О, вот, да. Ну-ка, давай-ка доставай то, что там есть. Давай, маленькая. Ну? Вот, вот такие книги, ребята. Они дают вам сразу уровень. Сейчас я вам это покажу. Вон, бронька. Тут, по-моему, я целую бронь насобираю сейчас. Так, это я сюда скину, это сюда, это сюда. Все, спасибо, маленькая. Спасибо тебе большое. Так, ребят, у меня 12 левел. Ну, практически середина, да? Смотрите. Бах! А, это что за звук был? Мы получили уровень. Так, это не надо. Голод наступает, вы издаете. Блин. Давайте вот это тогда возьмем. Чё я... О, ребята, я 4 уровня поднял. Я только увидел эти... Вот это да. Жажда наступает на 4. Так, вы сдаете, увеличить шанс получить более редкую добычу. Вот эту давай. Блин, ну это вообще пипец. Ну вот что, у вас есть шанс получить дополнительное бревно при рубке дуба. Ну давай вот это. Но толку там, у меня железного топора нету. Блин, ну ладно, какая разница тут. Так, увеличенный запас жизни на 2. Неплохо. Я не ожидал. Я думал, на 1 хп подвое, на 1 уровень поднимает, а мне 4, сразу 4 уровня подняло. Ой, чаек. Ой, водичка. Водичку мы по сути, по пути дела мы выпьем, конечно, бутылку я удалю. Чтоб она не занимала место. Тут очень много ресурсов, очень хороших. Вон тут доски, гвозди. Блин, вот эту балалейку надо будет собирать. Но там она одна, по-моему, нужна только для крафта вольера. Все, больше она никуда не нужна. Тут очень много деревьев. Так, надо как-то еще пройти туда. Здесь где-то еще один зомбак стоял. Вот он стоит. Сейчас чучело-мяучело мы тебя вырубим. Блин, не буду я дубинку ломать. Давайте я гвоздодер поставлю. Ну, с гвоздодером куда лучше. Так, идем потихонечку. Тихонько. Вот интересно, а гвоздодер сколько вырубает? Ну-ка. А, ну, все, прелестно. Классно, заколебись, зачупись. Я даже не знаю, вон следы есть, куда наш ловечек проходил. Так, собаку, ой, фу, собаку, волка мы вырубаем.
Продолжаем дальше. Тут, по-моему, где-то находится, кстати, еще толстяк, как я помню. Наверное, он где-то рядышком здесь. Вырубаем следующего. Оленя, конечно, мне не получится вырубить. Давай тихонечко так. О, и оленя можно вырубить. Оленюшка, иди сюда. Опа. Молодец, отдыхай. У тебя, наверное, только веревка. Веревку я не буду брать. А, нет. Тряпочка. Тряпочку я возьму. На всякий пожарный. Так, тут кто у нас? Компания из волков. Ясно. Одного волка вырубаем. Ну, с остальными придется драться, конечно. Что я сделаю? А, что размахался-то? Так, собирай. Забирай. И это забирай. Все. Солнышко, доставай еще одну. Давай, маленькая. Давай, 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 давай. Вот он, да, разрушитель, ребята, самая матерая тема. Но есть одна проблема у меня в инвентаре. Взять все, нет места, блин, ребята. Вот еду бы я взял, это вообще нафиг не надо. Проволока, блин, проволока, куда тебе положить? Давай за место еды, наверное, этой банки. Я если что, я еще раз сюда сбегаю, я заберу все, что здесь есть. Мне, например, на ины... Тихо. Стой. А в смысле, а я как сюда дошел-то? А вы откуда здесь взялись? А, я по нижней части шел. А что за олень такой? Или я что так тихо хожу, что меня олень даже не боится? Ой, еще один идет. Иди, иди ко мне. Иди, иди, иди. Иди, а, козел. Ладно, мы еще с тобой увидим. Все. Так, мне нужно волка вырубить. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не беги туда. Да не беги туда. Он за оленем, что ли, пошел? Блин, на меня загрелся этот вонючий зомбик. Давай, собака, помогай мне, пожалуйста, давай. Все, тихонечко. Всех по-медленному нужно вырубать здесь. Нафиг, я не хочу тратить свои хипи. Свои хипи не хочу тратить. И не хочу тратить свое полуголое... Как это, господи, бронежилет? Нет, не бронежилет. О, господи, я забыл, как называется этот. Короче, тряпки, которые на мне надеты. Давай, вырубай волка тихонечко. Присаживаемся и... Зомбик. Почему-то здесь нету бегунов. Или их тут и не было. Не, веревка мне нафиг не нужна. А вот это я заберу. Окей. На нафиг. Присел. Иди сюда. На-на. Козел, блин, тупой. А ты что тут расходживаешься? О, еда, мясо. Так, что в тебе было? Да опять веревка. Ничего, путнего, короче, в этих зомбаках нету. Что у нас здесь? Зомбак, и там зомбак стоит. Вон наш чувак стоит. Но я к нему пока что не буду подходить. Я пока что очищу все, что... Да нафига я побежал-то, блин? Ну ладно. Блин, вот мой косяк, конечно, я поторопился. Так, что, где? Так, да, я забыл, как это давай, давай, доставай, маленькая, доставай, доставай, да, давай. Вот вы посмотрите, вот этот тайник, он вообще на изи, но у меня нет места. Так, по-моему, нам нужна будет какая-то аптечка. Давайте я вот так возьму, мне все-таки придется обратно сюда вернуться. Сейчас ходим, еще толстяка убьем там. Тихо, тихо, тихо в лесу, только не спят дрозды. Вон толстяк наш стоит-то. Так, нам нужно, ребят, что нам сделать? Майкл. А, это этот мужик, я думал, что собака, что ли, такая же? Давайте ставим дубинку. В дубинке у нас есть вот такая штукенция, не знаю, как это назвать. На нафиг, толстожопый. Ой-ой-ой.
Не догонишь, не догонишь. Мы играем в ляпу. Не догнал. Да иди ты, все, в ляпу закончилось. Вот так вот. О, голова с плеч. О, какая у тебя башка. Жирный, жирный. Курить меньше надо было, жирный. Чучмек. Открываем последнюю сумку. И... Блин, ребят, я, короче, вернусь еще раз сюда. Я все заберу, все, что здесь осталось. По-моему, здесь еще останется два щенка, которые мне придется забрать. Так, подожди. Подожди, мужик, подожди минутку. Солнышко, достань, пожалуйста, то, что там внутри. А, мне надо выложить доски и гвозди, ну, чтобы забрать щенков. Я, правда, не помню, сколько щенков будет. Два или три щенка. Я, ребят, не помню этого. Так, давайте. Да, вот тебе аптечка нужна. Давай, забирай аптечку, пошли. Ой, я сам чуть не откис. Нихера себе, я только увидел, что у меня хп мало. Ну, давай иди. Ну, чё ты теперь так и будешь ходить? Будь начеку, они чувствуют свежую кровь и хуже собаки. Чё? Не понял. Не дочитал, ребят. Сори, ребят. Мой косяк. Давайте вы. Так. Тряпочки. Ладно, это я за этим, я всем потом вернусь. Одни крестики на карте остались. И вон один кусок дерева ржавого. Гнилого, точнее, не ржавого, а гнилого. Тут, по-моему, три волны будет. Ты куда ты идешь, ты чучело? Ты что, не видишь дороги, что ли? Так, это олень. Подозрительность. Тихо, смотри в оба. Я и так смотрю нормально. Ты иди, иди, не останавливайся. Иди, не останавливайся. Сейчас мы с собакой тут разберемся. Сейчас мы вам тут нокаутируем всем. И каждому почти на месте убедить, что на нас не нападает. Давай. Да чё вас так много-то, чучело? Давай, 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 давай. Все. Иди, да почему ты встал? Он, ребят, не шел, а стоял. Так, давайте покушаем, то мой челик уже жрать захотел, еще не лучше. Давай, топчись быстрее, ну пожалуйста. А вот интересно, а почему он? Или они вместе ходили в этот лес? Она дошла дорогу. Ну, она нашла дорогу обратно, а он не смог. Все. Спасибо тебе за помощь. Прими в дар щенков. Они станут тебе верными друзьями. А кто у нас там? Ну-ка. Мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Две. Два щенка, ребята. Мальчик и девочка. Вот так вот. Плюс два щенка. Пошлите, я заберу. Да иди ты, лесом. Так, здесь, по-моему, ничего нету. Сейчас, ребят, я возьму что-нибудь там еще. Мы возьмем лучше доски. По-моему, доски... Ну-ка, инвентарь полон. Ладно, я сейчас, ребята, отнесу. Сбегаю сюда еще раз. Заберу все, что осталось. Ребята, события. Вы слышите звуки перестрелки неподалеку. Стоит проверить это место. В смысле, это второй раз? Это что такое? А это что такое, ребят? Брошенный конвой можно найти. Вау, нифига себе. А тут, по-моему, палец находится, да? Так, здесь есть... А здесь и здесь есть. А в смысле? Блин. Блин, блинский. А, блин, куда мне бежать? Так, побежали домой, короче. Блин. И чё, мне же тут еще надо вещи забрать. Тут еще много всего осталось. Офигеть, ребят, сегодня мы заработаем первый пальчик, наверное. Не в каждый раз появляются пальчики, у меня вода заканчивается. У меня персонаж хочет пить. Давай, бегом, мужик, бегом. Хотя 54 минуты у нас там есть. Давай, выгружай все, что у нас есть. Так, сложить, да, конечно, складывай. У нас барахла опять все больше и больше становится. Так, пить. Кстати, пить, точно. Давай, воды попьем. А, напиток с освежающим ягодным соком. Это мы вместе положим. Так, это я сюда складу.
У меня нет места, ребят. У меня закончилось место. Давайте тогда скрафтим еще пару сундуков. Кстати, тут еще вода есть. Надо помыться. Да ну нахер, какое радио? Делаем, крафтим мне, пожалуй, это еще сундуки. Так, я скрафчу сразу два сундука и поставлю их. Смотрите, ребят. Вездеход. Да, кстати, тут же можно теперь вездеход крафтить. Но мне пока далеко до него. Welcome, кролик. Коврик надо скрафтить. Стол оружейника. По-моему, он у меня есть. Мне его только починить надо. Ну, до удочки нам осталось еще далеко, да. 52 уровень все-таки. Так, ребятки. Давайте поставим мы свои сундуки. Вот куда мне сундуки ставить? У меня нет места. Давайте сюда тогда ставить, чё? У меня, конечно, тут ничего не оборудовано. Стенки на той паре один раз пукни, они сами сдуются. Такие стенки, такие опоры. Так, это сюда, это сюда. Пьем водичку. Еще хочешь пить? Напей еще. Это сюда скидываем. Это я сюда скидываю. Кстати, ребят, я возьму с собой, наверное, сейчас пистолетик. Пиу-пиу возьмем с собой. Так, мясо вообще полным-полно стало. Хоть попой ешь это мясо теперь. Так. Это сюда. Моем попу в красных труселях. Так, разгружаемся. О, вот это сюда. Это я с собой воду оставляю. Все, я, короче, все, я уже готов. Только, да блин, опять навыки. За навыков мне ничего не видно. Запретные замки на 7% быстрее. Так, ну давай вот это тогда. Еще один. Так, давайте вот это. Пускай железо на 2% выпадения больше. Так, у нас дубинка скоро отъедет. Вот нам бы вот этот карман найти. Требуется навык еще один карман. Вам доступен дополнительный быстрый слот. Так, еду я с собой возьму, бинты я с собой возьму. С голой попой мы побежим тогда. Ребят, поехали. На какую пойдем мы первое испытание? Или там, где есть зомбак? Но хотя тут они везде есть. Здесь я ни разу не был. Тут вон, видите, тоже есть. Блин, вот это да. Вот это я не видел. Вот это я проходил. Но правда здесь есть время, а там нету. Пошлите сюда тогда. Я зашел, короче, на локацию. Давайте я возьму себе ножик. И поехали потихоньку вырубать их по одному. Так, кто здесь у нас стоит? Ясно. Ясно, ясно, ясно. Как он меня увидел, я не знаю. Давай ты вырубай ты его, ну! Да ёпарасты, как он меня увидел? Я же за километр от него был. Давайте, ребят, сначала зачистим локацию, а потом перепроверим все, что у нас здесь есть. Там кто стоит? Блин, да как ты меня видишь-то? Я же сидя хожу-то, вот. Ну это нечестно. Во! А, карта доступ к альфа. Это хорошо. Кто там такой? Да, я не понимаю, я что, воняю что ли? А как они меня видят, ребят? Кто знает, напишите в комментариях. Или спереди них нельзя ходить? Да ну нафиг. Медленно встаешь, чучмек. Так, давай подходим. Тихо, 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 тихо. Да опять плевун, да ё-моё. Врубай его быстрее, во. Так, тут, по-моему, есть еще этот. Знаете, что мне не нравится? По-моему, сейчас я, если возьму пулемет, который вот здесь лежит. А толстяка нету! Вай-вай-вай-вай-вай, как это хорошо. Вот и фу, пальчик. Так, карточка доступа к альфа. Давайте я надену это все. А то я с голой попой уже бегаю давным-давненько, конечно. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас в сундучках. А я думал, здесь толстяк. Знаете, тут иногда бывает толстяк, у которого 500 жизней, а я пистолет еще с собой взял. Как много. Бутылку, конечно, надо бы с собой взять. Какой мужик валяется. Нет, пулемет я пока брать не буду. Веревка мне нафиг не нужна. Давай, отключайся тоже.
Да это я уже знаю. О, ребята, ручка. Обычная схема для модификации вашего оружия. Прочитайте, чтобы добавить рецепт в стол оружейника. Да. Ну это серая. Да уберись ты нафиг. Фонарик для разборки. Металлическая это. И пружина. Так, здесь пулемет я не буду пока что брать. Там такая стая пойдет. Это вообще будет пипец. Так, водичка. Так что тут, одни бутылки что ли? Я куда пришел-то? Так, веревочка мне не надо. Сумочки, 3 банки еды. Вот это да. О, 5 бинтов. Вот это мне вот сейчас пригодится вообще. Так, нам бы еще найти 2 этих ключик. Так, это я возьму. Это да, это пускай будет. Их, по-моему, потом можно будет разбирать на пластмассу. Так, здесь сундук надо не забыть забрать. Еще бинтики. 10 бинтов, ребят. По 40 хп они восстанавливают. О, ребята. Мне дали еще одну такую книжку. Это очень хорошо. Но у меня нет места. Давайте я тогда ее возьму сразу. Угу. Отличненько. Уровень еще плюс. Так, где еще у нас есть? А, это все? Это все, что было? А я это открывал? А, это я не открывал еще. А как я проворонил это место? Или открывал? Нет, я не открывал. Вот это да. И что мне делать? Взять все. Все, что мне влезло, я уже взял. Придется еще раз бегать сюда, наверное. Энергия чересчур быстро тратится. Так, давайте эту аптечку сюда кину. Блин, мне же еще пулемет надо брать. Зря с собой. Вот это надо взять стопроцентно. Давайте проволоку тогда выкинем. Ее можно на любой другой локации найти. Где пулемет-то у нас еще? Как бы легко это проходить, на самое главное, чтобы пулемет. Давай, 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 давай. Все, ребята, я прошел их всех. Это моменто море. Зато пулемет, ну правда, пулемет уже кирдык. Но я ничего не мог сделать. Давайте опустошим свои руки, чтобы побыстрее бегать. Блин, вот эту вещь я бы забрал бы. А так здесь ресурсов, ну, немножко. Блин, карточка Браво. А Браво у нас это где? Ребят, мне придется вернуться обратно сюда еще раз и забрать все, что у меня здесь осталось. Это вот мы прибыли на вторую локацию. Я собрал там все, что было. Вообще полностью все собрал. Вот я веревочку, конечно, удалю, она мне нафиг не нужна. Пистолет я возьму, поставлю. Бутылочки я не выкину, временно пока что не выкину. Блин, на карте так много всего, но я бы хотел бы вот сюда войти. Вы видели? Он шевелился. Вот этот крестик, который на карте сверху, он шевелился, правда? Это валяется зомбак. Окей. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо! Ты кто такой? Отвечай, я напугался, нифига себе. Бананчик Ют. Бананчик, ты не шутишь? Эй, Брайан, да ты просто в случае не... Да господи, я не прочитаю. Слушай, у нас мало времени. Тебя с тобой мы связать не можем. Но я могу передать тебе... Я не успел ничего прочитать. Чего не так быстро? Привет, даже не знаю, с чего начать. Так, тут, наверное, не надо читать так быстро. Привет, даже не знаю, с чего начать. Так неожиданно было узнать о тебе при таких обстоятельствах. Представь только, на меня наставили ружье и едва не убили. Спасло только, что мы с тобой похожи. Боже, я не могу поверить, что у меня все еще есть... Что? 3 точки? Выберите пол вашего второго персонажа. Чего? Выберите пол вашего второго персонажа. Моего второго персонажа? В смысле? Брат, сестра. Ну, давайте брат, конечно. Дальше. А, что у меня все еще есть брат. А, эти люди не представились, но сказали, что тебя знают. Похоже, им пришлось несладко. Из 4 один не уцелел. Меня они не брали... А, меня они отказались брать. Хотя им явно
не помешала бы помощь. У меня к тебе столько вопросов. Где живешь? Кто эти люди? Мы обязательно встретимся, я точно знаю. Может быть, твои друзья вернутся. Они знают, где меня найти. Не забывай меня. Выберите заключительное письмо. Не забывай меня. Я обязательно тебя найду. А как это получится? Они знают, где меня найти. Я обязательно тебя найду. Подготовка. Выполняется вход на локацию. Ребята, где я нахожусь? Это что такое? Смотрите-то. А чё тут столько игроков? А это реальные люди? Привет. А, ребята, это... Эй, приятель, дело есть. Бомж. Руслан. Это настоящие люди, ребят. Ничего себе. Склад, личное хранилище, клановое хранилище. Доступ только к кланам. Личное хранилище. Тё. Аренда хранилища. Вы можете арендовать складские помещения у компании. Это абсолютно бесплатно, но требуется оплата. Арендовать. Ёп твою мать, это что такое? Свалка кратера, администрация базы. А это что такое? Расширьте хранилище, компания аренды. А у меня только 300. Я даже не знаю, что это за деньги такие. Ладно, пока не надо. Ничего себе, ребят. Костерок есть, типа можно мясо пожарить, да? А это что такое? Вау, еще и душ есть. Так это онлайн, что ли? Какие-то ребята стоят с двумя палками. Ничего себе, а вот это что такое? Ну-ка. Администрация, важное приглашение в РС. Отправитель, администратор, выполняйте поручение вербовщика и вступите в распределительный центр. Жители торговая с другим выживанием. Да ладно. Развивать свой бизнес и пользоваться станками, создавать кланы, арендовать хранилище, путешествия за пределы кратера на личном транспорте, выполнять контракты и зарабатывать. Ёп, ТРСТ, нифига себе. Это одно и то же. Ничего себе, ребят. Так, подождите, давайте я сначала здесь почитаю, что здесь еще есть. С ним нельзя пообщаться. Вот тут палатка есть, ну-ка. Личный шкаф. Изменить внешность, переодеться. Бомж, кто даст копье? У меня нет копья. Я вообще сюда пришел, по-моему, голым. Изменить внешность. Нет, подожди, чувак, не надо никакую внешность менять. Давай посмотрим, это переодеться. Чё? Это что такое? Выбранный стиль рюкзака кошка. Редкий. Можно получить на заправке. Сезон 5. Открыто 11.31. Японский. Так... ЛДЕ. Ребята, нифига себе. Белье. О, я трусы могу поменять. Я хоть не буду, как у Кости, труселявый какой-то. Ну нафиг, я черные хочу. Все, сохранить. Все. Yes. У меня черные трусы, а у меня черные трусы, а у тебя красный. Ха-ха. У меня черные трусы. Так, в распределительном центре ты сможешь открыть свой бизнес и торговать с другими игроками. И даже собирать мотоцикл. Принеси мне эти предметы до конца дня, и я все устрою. Охренеть, а ты мне как не раньше это не мог сделать, а? Обновиться через 9 часов, пропустить. А это что за монетки? Завершить. Одна веревка, 10 этих и 10 металла. Ладно, мы посмотрим. Но мы, наверное, сюда уже не сможем прийти, потому что у меня энергии тю-тю. Ой. А тут выход. Ничего себе. Ну, ребят, что я вам скажу? Интересно, короче, создатели сделали. Я думал, тут что-то там воевать будем или еще что-то. А у меня инвентарь пуст. А где мои вещи тогда? Ну-ка, трусы у меня черные теперь стали, да. Труселя у меня черные. Вау! Ребят, я на этом буду заканчивать видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии.
А на сегодня всем пока-пока.